О, ничего себе! Всем привет! Вы на канале Мисс. И сегодня мама мне принесла на обмене вот такой целый огромный пакет разных сюрпризов и штучек. Давай начинать! У нас сегодня целый мешок разных разностей. Это нам тетя передала. Короче говоря, мы сейчас будем смотреть, давай, что внутри этого пакета. Алиса тут, правда, уже раздербанила. Мне интересно, что тут будет. Что это такое? Это какой-то сюрприз. Космодесант. А, космический десант какой-то у нас. Ага, да? Сейчас откроем. Так, и что там? Мне попались детальки для начала. Ого! Ничего себе, так тут надо собирать десантника. О, и кубик. Даже с пушками. Кубик? А кубик зачем? И пружинка какая-то. Слушай, ну давай вот это вот мы оставим, папа нам соберет. Пружинка. Не теряем детальки. Это, наверное, инструкция, да? Да, тут оружие, ла-ла-ла, топала. Смотри. Так, курок. Ой, тут даже спусковой курок есть. Слушай. Смотри. Ну, в общем, это мы оставим. Папа у нас будет собирать. Следующее будем открывать пушистика. Пушистик. Алиска, я знаешь, что предлагаю? Что? Пушистик вот такой вот. Я предлагаю, во-первых, этот пакет весь высыпать. Да, вот давай. Смотрите, что с ним можно делать. Так, инструкция. Ого, ничего себе. Так, понеслась. Шарай. Что у нас тут? И какие-то журналы. Ой, мам, дорогая. Я уже открываю. А что за журналы? Алиса открывает пушистика. Ой, у меня... Украшения из радужных резинок. Покажи. Смотри. Вася, Вася, Василек, Вася, Вася, Василек. Какой классный! Подожди, сейчас я, сейчас. Он такой мягенький, легкий вообще, невесомый. Сейчас сделаем наш эксперимент. Смотрите, как змея. Как раз я сегодня смотрел, ну погоди, и там была змея. Так, журналы, значит, с резинкой. О, ничего себе. Календарь. Это календарь Monster High? Да, да. Обалдеть. Моя любимая. Эбби, слушай, круто. Так, что там у тебя? Молния Маквин. Это расписание, да? А нет, приглашаю на праздник. Это пригласительные. Так, обалдеть. И тут еще какие-то елочные украшения можно делать. Вау, прикольно. High. Это журнал? Да. Ever After High, да? Да. Сделай сам. Ой, ну это интересно. Это мы будем с тобой делать, да? Да. Всякие задания. Ой, тут и плакаты. Ну, в общем, целая куча. Так, что тут еще? Бен и Холли. Бен и Холли. Тоже журнал со всяким. Ой, раскрас. Да, я люблю раскрашивать Бен и Холли. А тут что? Пони. Hot Wheels. Hot Wheels. И пони. Я думаю, это Санке коллекция понравится. Журналов. Санке понравится. Журнал нравится. С поняшками, да? Да. Что там? Тоже задания всякие разные? Нет, я посмотрю. А это понял. Что? Тоже какие-то машинки. О, смотри, на. Исторический какой-то. Найди мою тень. Тень находи. О, Алиска, тут еще пони. Журналы. Да. Собери свой телескоп. Ну, это да. Так, резиночки. Лего Фрэнс, девочки. Лего Фрэнс? Да, девочки Лего Фрэнс. Вот, там тоже какие-то задания, да? Вот давайте. Такой журнальчик. Ой, ну это мы с Алиской будем делать. Мы любим всякие развивайки. У нас тут целая кипа журналов. Опачки. Зомбик. Да какая-то девочка зомбик, да? Я хочу открыть. Давай. Мне интересно на них посмотреть. Так, я пока посмотрю, что тут еще есть. Какие-то календари. Опа. Собачьи радости. Календарь.
Смотри, Алиска, календарь с собачками. И еще один календарь. Да, что у нас календарями можно прям теперь все завесить. Петя Петушок календарь. Голосистый петушок. Нужны нам календари? Да. Да, зачем? Так, а это что? Алиска, тут целый набор резиночек. Ура! У меня как раз все резинки рвутся. Тут можно плести всякую всячину. Ой, смотрите. Вот такой вот зомбик в юбочке. Гавайский зомбик. Класс. А мы в Краснодаре. Кто в Краснодаре, пишите в комментариях. Суперский. Так, зомбики отдельно. Что тут? Мэджики. Мэджики, колечки. Ну, давай. А тут у нас много мэджиков, колечек. Смотри. Один, правда, Соня забирала. Я говорю, зрители вот не еще заметят. Так. Ой, ой, еще. Ой. Еще. Ой, бирюзовый. Алиска, тут куча этих мэджиков, колечек. Что, ты уже один открыла? Да. Бирюзовый. Покажи. Можно посмотреть? Давай, одевай на пальчик. У меня были розовые. У меня цвет. Смотри, он желтый становится. А он должен менять цвет, если его в водичку, наверное, положить. Вообще, как бы мэджики, они все цвет меняют. Да. И открой вот такого. Ух ты, вот это зомбик. Я думаю, у него кишки наружу. Я думаю... Папа со мной будет в это играть с удовольствием. Да. О. Зомбик. Смотрите, у меня мозги. И мозги наружу, и кишки наружу. А кишки где? Кошмар. Вот, смотри. Ой, кишки. Это какой-то химик-ядерщик. Что ты откопал? Еще одного зомбака. Слушай, а зомбаки-то все разные. Этот какой-то рыцарь. Давай. И смотри, мозги там. Так, наши зомбики. Он сидит. Колечки. У него даже плащ есть. О, смотрите. У него башка слетает? Да. Класс. Я знаю, это всадник без головы. Давай. Точно. А мы же не показали всю коллекцию. Сейчас покажем. Вот такой вот всадник без головы, зомбик, рыцарь. И, конечно же, вся коллекция. Вся коллекция. Ого, ничего себе, она большая. Я буду собирать. Класс. Я держи. Буду собирать. Так, надо ему голову нацепить. Во, теперь он с башкой у нас. Следующий. Так, пушистик зеленый. А тот у нас какой был? Синий. Да, вон синий. Вон он лежит. Открывай зеленого. Кстати, зрители, пока я не забыла. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. У Алисы теперь есть инстаграм и есть... На планшете. Группа ВКонтакте. Мы все ссылочки будем оставлять под видео. Подписывайтесь. Там много всего интересного. Что, вы еще не подписались? Если вы не подписались, мы пока другое не будем открывать. Жду. Вы уже подписались? Тогда дальше давайте. Давай. Так, зелененький открыт. Они будут дружить вместе. Да, дружбаны. Два пушистика. Так, ты что там открываешь? Следующего зомбака? Да. О, зомбак-водолаз. Прикольный. Такой сердитый. Давай. У меня есть еще один. Так, а мы пока посмотрим, что тут еще у нас есть. Палитра цветов, календарь на магните. О, это можно холодильник повесить. Так. Опять календари. О, зомбак открыт. Так. Вот такой вот он. Серьезный. Он даже больше на пришельца похож, чем на зомбика. Так, что ты там полезла? Что ты... О, еще один зомбик, вот этот классный. Это зомбик-невеста. Держи, открывай. У меня две девочки. Вот такая у нас уже коллекция зомбиков. Так, а
тут что? Невеста, сложно открывать. Алиска, тут есть 3D-пазл. Счастливого Нового года. Представляешь? Интересно, как его собирать? 3D-пазл. Такая? Так, невеста. Покажи ее сзади, она прикольная сзади. С фатой, с платьем. У нее соединяется, что ли, фата? Нет. Я думаю, вряд ли. Красиво. Какая красивая зеленая зомби. Смотрите, она тапок потеряла, как Золушка. Как Золушка? Давай, зомбика. А еще мы в пакете обнаружили вот такого шелестяшку. Да, ну это видишь, вот люди к Новому году готовились. Так, еще 3D-пазл. Алиска, они все разные. И это, я поняла, это украшение на елку. Новый год у нас еще не скоро, но это круто, и мы это оставим обязательно и повесим на нашу елочку. Смотри, тут есть снеговик, есть вот такое вот сердечко с ангелочком. Смотрите. Есть вот такой вот ангелочек с носками. Смотрите. Есть. Есть вот такая вот, что это, колокольчик. Что тут еще? Вот классное, со снегурочкой, елочкой. Это магнит. Будьте здоровы, живите богато. Так, класс, Алиска, 3D-пазлы, это супер. Это супер, и мы обязательно... А вот какой домик крутой. Слушай, ну это мы к Новому году обязательно соберем, повесим на елку. Ну, мы всегда снимаем, как мы елку наряжаем, да? Тут да. У нас будут такие самодельные крутые игрушки. О! Так, что тут еще? Открытки, раскраски. Ух ты, Алиска, это раскраски. Я хочу открыть сейчас. Что такое? Что, ты там мэджиков открываешь? Да. Открытки, арт-открытки. Ой, как круто, Алиска. Это мама будет даже разукрашивать. Это такие раскраски антистрессы. И тут еще открытки. Супер. Это круто. Это мы любим. Алиска, давай сюда открытки разукрашки. Какой там, розовенький попал? Да, розовый. У меня цвет. Еще арт-открытки. Ой, какая прелесть. Их тут очень много. Вот они, открытки антистресс. Набор для раскрашивания. Это очень круто. Арт-терапия, постер. Алиска, как маме повезло. Точно, они разные. Книжки наши. Вот, отличаются по цвету. Сколько у нас сейчас книжек? А где розовое колечко? Розовое колечко, вот оно. Так, колечки не теряем. Отдельно складываем. Так, Алиса пошла мэджики все распаковывать. Ну, потому что у нас почти другого нету. О, вот еще какой магнит крутой. Новые, голубые. Слушай, мы прям с тобой как к Новому году готовимся в октябре месяце. А-а-а. Так. Что там за колечко? Голубое. Новенькое. Ничего себе. Это голубенькое колечко. Алис, ну ты теперь на каждом пальце по кольцу можешь носить. Так, зеленое. Нет, Алиска, это не повторка. Mm-hmm. Да, мы с Алисой все время думаем, что нам повторки попадаются, а это новые. Смотри, сколько цветов. Mm-hmm. Все разные. Круто? Да. Mm-hmm. Нишечка и новая. Мой любимый цвет. Фиолетовая. Ничего себе. Смотри, сколько у нас было этих мэджиков. Осталось всего... Сколько тут? 5 пакетиков, а у нас все разные. Так, а я пока покажу, что у нас тут еще осталось. Так, у нас тут еще есть эти космодесанты. Десанты голубые. Ну, давай ты... Я его, эти повторю. Давай, ты оставишь его в пакетике и подаришь. Да. Ну, так, я себе космодесанты у нас 2 целых еще. А вот это какая крутая штука, Алиска. Это можно делать своими руками. Не повторка, не повторка. Так, у нас новое колечко. Такое нежно-фиолетовое. Ну, открывай. Что ты мне его в пакетике-то дала? Ой!
Ты же у меня там с ножницами сидишь. Так, это делать своими руками крутые какие-то браслетики или что это такое? Ну да, браслеты. Набор для плетения браслетов. Ой. Вот такие вот наборы для плетения браслетов. Она зеленым становится. Зеленым? Да. Прикольно. Так. Чего себе? Алиса, зачем тебе столько колец? Нужно. Так, вот такие. Значит, у нас вот такой набор. Десанты. Желтенькое. О, еще одно новое колечко. Желтенькое на этот раз. Давай, открывай. Следующее, последнее. Ты желтенькое открой. Оно там сейчас затеряется у тебя. Да. Давай. Так, тут еще одно, что у нас для плетения. Ой, вообще класс. И тут есть у нас какие синие с белым. То вот здесь вообще, Алиска, тут даже компас есть. Ничего себе. Это круто. Новое розовое. Так, розовое колечко. Ну вообще, Алиска, тебе повезло. Да. У тебя одна повторка из стольких пакетиков. А вот еще один. Да. Я думаю, больше. И розовое открой. Угу, по-моему, ты всю коллекцию собрала этих колечек. Алиска, ты видела вот это? Что? Дисней принцесс. Ура, давайте откроем. Это прикольный какой-то браслет с ключом, и замком и какая-то вот на замок закрывается шкатулочка. Давай, открывай Disney Princess, посмотрим, что это такое. Там коробка какая-то. Алиска, я думаю, что вот это вот мы открывать сейчас не будем. Это мы с тобой будем делать своими руками. Смотрите. Ух ты, как красиво. Вот такая вот красота. Ключик и браслетик. Очень красиво блестит. Так, а это что? А это какая-то вот шкатулочка. Или знаешь, что можно? Купить стикеры и туда убрать стикеры цветные. И на замочке будет у тебя такой классный блокнот. А сейчас, зрители, всем пока! Смотрите наши новые видео. Всем пока! Подписывайтесь на канал Мисс Элис. У нас всегда куча всего интересного. Да. И мы рады вас видеть и вам показывать всякую всячину. Пока-пока, да. И воздушный поцелуй. Пока-пока.